Всем привет! Вот решил такое еще небольшое видео снять. Встал у нас тепловоз на обслуживание ЧМ-3. Вот экипажник не может колодочку одну поменять. Решили прибегнуть с помощью крана. Ты борт-то не погнешь? Не отходит тяга. Ага, пошла, да. Все, готово. Значит, закисло все-таки, тяги закисли. Надо, наверное, побрызгать туда что-нибудь. Да, теперь можно поменять. Шлеп и готово. А что-то у нас тут масельца откуда-то. Надо будет посмотреть. Ну вот такой моментик небольшой. Из повседневной жизни. Нанотехнологии. Нанотехнологии, вот говорят, да. Ну, зато быстро. Ну, ладно, всем пока, до новых видео.